Всем советую, вообще не страшно. Занимались или как это, обучаетесь специально или это, как вообще? Было и на своем телефоне, да? Классно! Просто чуть-чуть, наверное, не удобно телефон держать.
как у вас красиво. Природа прям шикарная. Уже нравится, устали. Да? Да, устали на видео снимать, но хочется все прям снять. Где не проезжаем, везде красота. Поедем в Батуми, там пару дней, потом в Кутаиси, потом домой уже. Короче, решили максимально успеть посмотреть ваши города. Мускетта, вчера в Мускетте были. Летом тоже, да, работаете? Как? Летом. Летом, когда тепло. Летом, зиму. А, зимой тоже, да? Да, каждый день, да. Вау, классно. Просто летом потеплее же. Чуть-чуть, наверное, этот, удобнее. Если есть такой сильный ветер или дождь, тогда, да, только? Такой поход мы не сможем. После моего отеля вы видите меня? До моего отеля. Пойдем. Классно. А, чуть-чуть побыстрее как-то, но это можно, да, регулировать? Или всегда так, медленно? Ма
აი, ჩემი ჯიპი თუ არ წამოქვიდოდი შენ კანიონში. აი, დავით მე ამდენი. Ну, мать, я тут вообще мокрывата. Красит Крываков. Вегас мне мичес, да?
საძავზე გამოყვებით. დამოდით მაშინ რა. Я обожаю адреналин. Пошли Казбеги, там вообще снег идет. Снег идет сегодня? Ничего не видно. Замерзли, постояли, посмотрели. Нечего посмотреть, все. Вообще тучи закрыли, ничего не было видно. Ну хоть полетали тут. Вообще не по погоде оделись.